Заключенный прибыл. Кандалы можно снять. Ост-Индская торговая компания нуждается в вашей помощи. Выступите в роли ее представителя в урегулировании дела с нашим общим другом, капитаном Воробьем. С другом? Сильно сказано. Вы с ним знакомы? Довелось столкнуться в прошлом. Теперь каждый из нас отпечаток носит. Какой отпечаток остался у вас? Вашими стараниями Джек Воробей на свободе. Прошу вас отправиться к нему и взыскать некое имущество, которым он владеет. Взыскать? С применением силы? Убеждений? Каперская грамота. Эта бумага равносильна помилованию. Джек обретет свободу, станет капером на службе Англии. Чтобы Джек оценил королевскую службу как свободу, вот уж сказки. Свобода. Джек Воробей – вымирающий вид. Мир все тесней, белых пятен на карте все меньше. Джек должен найти место в мире или погибнуть. Ваши судьбы схожи, мистер Тернер. Вам и вашей невесте грозит виселица. Хотите взять и Джека, и жемчужину? Жемчужину? Имущество, коим он владеет. Корабль, что вы? Нет, речь идет о предмете куда меньшем, но все же более весомом. О том, что Воробей постоянно хранит при себе. О компасе. А, вы знаете о нем. Привезите этот компас. Останетесь жить.